Друзья, всем привет, всем добрый вечер. Сегодня хочу рассказать о том, как заспицевать колесо. Ну, по сути, как переспицевать, но, скажем так, немаловажная часть, которая интересует людей при переспицовке колес, это как правильно заспицевать. Вопросов нет. Можно взять похожее колесо, прям посмотреть, как тут спицы идут, и посмотреть вот так вот посмотреть, да, вот. И, так сказать, по подобию заспицевать. Но я расскажу алгоритм спицовки, опять же, которым лично я пользуюсь. Я сам его вывел, не знаю, может, все так пользуются, а может, лишь некоторые, может, есть какой-то другой. Опять же, поделюсь тем, чем я пользуюсь. У нас есть колесо, которое надо переспицевать. Что я сделал? Я его распицевал. Вы понимаете, что должен быть спицевый ключ. Мы открутили все спицы. Вот они находятся отдельно. Гайки от них отдельно. И теперь я начинаю момент заспицовки колеса. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Неважно, 32-36 спицевые ободы, в принципе, везде одинаковые. Итак, поехали. Берем втулочку нашу с любой стороны и продеваем, опять же, с любой стороны спицу. Вот просто. Первое у нас вдевание спицы. Это раз, да? Смотрите, мы его продели и куда-то засунули в обод. Одели и закрутили там на 3-4 оборота гайку. Вот. Это у нас самая первая спица. Потом вторая спица у меня. Смотрите. Смотрим сюда. Отсчитываем 6 дырочек. 6. Там в сторону от нее. В правую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И на седьмую продеваем, но в обратную сторону. В обратную. То есть, если мы то отсюда вдевали, то оттуда. И сверху она идет через одну дырочку, то есть во вторую. Итак, первые две спицы. Первая от балды засунута, вторая идет через 6 спиц на седьмую, в правую сторону. А эта идет через одну, тоже в правую. Надеюсь, понятно. Теперь, как мы спицуем дальше спицы. Смотрите, мы выбираем какую-то одну спицу, я по привычке выбираю левую, и по ее подобию я иду дальше вставлять, и значит, какое ее подобие. Мы на втулке через одну просовываем, а здесь через три. То есть отчитали 1, 2, 3, 4. О, наша. Наша Маша. Я ее сюда продеваю сразу. Пока это рано, но я сразу скажу, спицы, которые идут друг напротив друга, в так называемое перекрестие, спицы идут немножко вот так вот, да? И вот если их поставить так, как я хотел изначально поставить, они будут вот так идти, и можно сказать, даже вообще практически не касаться друг друга. А нам нужно их, которые, опять же, перекрестные спицы, нам нужно по-другому их поставить, чтобы они... Вот понимаете, они вот внизу ушко у них в разные стороны, да, вот загнуто. Если мы их поставим вот так вот, они будут не касаться. А если по-другому, они наоборот будут тереться друг об друга. И это как раз то, что нам нужно. Это добавит нам жесткость. Вот спицевать нужно именно так. Я опять же этому моменту позже уделю внимание. Итак, третья спица у нас пошла, напоминаю, на втулке через одну направо. А по ободу через три направо, да? То есть, понимаете, через одну, то есть на вторую надо спицевать, на второе отверстие. А сверху через три на четвертое отверстие. И по такому же принципу вставляем дальше. Итак, делаем целый круг, пока у нас не сомкнется одна сторона. Помните, мы изначально две спицы выставляли? Вот по левой мы круг прошли. Теперь надо пройти круг по правой. Такой же принцип, только в обратную сторону. Вот мы берем вот эту правую, да? Еще раз, была первая и вторая. Левая и правая, так называемая. Мы от левой прошлись. А от правой в обратную сторону идем. Можно тоже в другую, но чтобы не запутаться, вот лучше так вот. Значит, эти спицы уже в обратную сторону вставляются. Вот, в обратную вставились. И опять же, смотрите, тут через одну идет, а тут через три.
Но, помните, я объяснял предмет перекрестия спиц? Вот если я просто пущу, раз, два, три, четыре, вот, я пущу, и видите, спицы, они не даже, ну, рядом не соприкасаются. А нам нужно вот второй ряд спиц завести за ту спицу, и вот сюда, и вот видите, они уже друг напротив друга, они трутся. Это добавит нам жесткости, которая нам так необходима в ободе. Итак, раз, два, три, четыре. Закрутили. Еще раз. Тут через одну, тут через три. Но уже справа налево идем, а не слева направо, как в первой линии. Раз, два, три, четыре. Не забываем спицы продевать так, чтобы они терлись об другой ряд спиц. Продеваем. Раз, два, три, четыре. Вот в данном случае у нас 32 спицевый обод. Ну, какая нафиг разница? Правильно, я думаю, никакой особо разницы и нет. Раз, два, три, четыре. Тут через одну. Тут через раз, два, три. На четвертую спицуем. То есть, как вы могли понять, одна сторона, она спицуется просто, а вторая уже должна отвечать за жесткость непосредственно. То есть, ну, в смысле, первый ряд можно ставить, не заморачиваясь о перекрестном положении спиц, а вот уже вторым рядом мы это корректируем. Итак, все, вот мы собрали одну сторону. Понимаете, да, у втулки есть две стороны, вот мы собрали одну сторону. Теперь собираем вторую сторону, и самый такой вопрос... Какую спицу дальше поставить? Опять же, мне проще нарисовать, поэтому сейчас немножко переместимся на доску. Итак, быстренько пробежимся по теории. Вот у нас есть втулка, и у нее есть отверстие. Вот. Ну, допустим, я схематически нарисовал их намного больше там. Допустим, это вот втулка с лицевой стороны. Другим цветом я отмечу отверстие, но с другой стороны. Вот чтобы вы понимали, отверстия, они повернуты на половину вот этого расстояния. То есть с другой стороны отверстие располагается вот так вот. Я думаю, это понятно. Допустим, с этой стороны спица идет сюда. Это там туда идет. И вот смотрите, у нас одна сторона готова втулки, мы сейчас начинаем заниматься второй. Как нам понять, какая спица должна быть там первая на другой стороне? И вот смотрите, как нам понять, вот та часть, вторая, представьте, как будто мы взяли эту часть и чуть-чуть провернули ее вот там по часовой стрелке. И что мы получили? Мы полностью скопировали всю модель спиц, но провернутую чуть-чуть там на одно деление там вправо. Что я этим хочу сказать? То отверстие, которое находится на второй половине втулки, которое мы так не увидим, но оно там находится, там между этими двумя отверстиями. Если спица это, допустим, где-то была... Да, с той стороны, то есть спицы делятся, они с одной и с другой стороны продеваются. Вот эта спица, допустим, была одета с той стороны, то мы эту спицу точно так же вдеваем с той стороны и пропускаем сюда. И то есть тут она идет буквально следующая, да? И тут на ободе идет у нас отверстие, и у нас тут будет пустое отверстие, мы в него попадаем. То есть визуально простреливаем втулку, смотрим на нее, смотрим, какое там следующее отверстие, и в такой же очередности вставляем и продеваем спицу. Вот я беру втулочку, вот я ее ставлю ровно, и, так сказать, глазомером своим простреливаю отверстие. Вот смотрите, вот видите одно отверстие, вот второе, а он между ними, видите, по прямой линии вот это вот идет. Соответственно, вот смещение, можно понять, что вот мы берем вот эту спицу, от нее смотрим, идем вправо, вот берем вот это отверстие, которое правее от него. И тут мы по этой спице идем и в соседнее отверстие входим. Вот наглядно показываю. Смотрим на ту спицу, она продета с этой стороны. Значит, мы берем с этой стороны, продеваем, и вот на одно отверстие вправо мы уходим. То есть еще раз для закрепления материала.
Вот мы видим, спица, она, получается, должна быть смещена вправо. Вот этот ближний к нам ряд отверстий на втулке, он смещен. Он смещен. И вот мы берем, если мы идем вправо, то мы берем вот эту вот и копируем эту спицу, но и смещаем всю историю вправо. Если бы мы там пошли влево, то мы бы эту спицу взяли, допустим, и от нее бы пустились. Ладно, это другая история. В общем, я надеюсь, это понятно. Да, то есть, но с глазомером очень важно, надо правильно прострелить, потому что, ну, бывали случаи, когда вот вроде бы смотришь относительно ровно, а сам что-то там натворил, поэтому очень важно прострелить правильно, то есть вот. Я думаю, я предельно ясно изъяснился, по-другому уже никак. Итак, в итоге мы имеем так называемую первую спицу с этой стороны. Помните правила спицы, да, первая, вторая. И дальше по такому же алгоритму, как я, всю ту сторону строю и эту сторону. Итак, у нас есть первая спица. Что я делаю? Я отсчитываю 6 отверстий по втулке в правую сторону. И на седьмую ставлю спицу в обратную сторону. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она седьмая. И ставлю я ее с другой стороны. А сверху она через спицу идет. Все. То есть вот как-то вот так вот. Теперь дальше по тому же принципу, который я уже рассказывал, я не буду слишком на нем заострять внимание, от этой спицы через одну. Я вам, знаете, еще скажу такой момент. То есть, видите, вот если отсюда вставлять спицу, она, видите, ее трудно вставлять, она упирается в эти спицы, да? Это, так сказать, полбеды. А вот если мы заспицуем этот ряд спиц, а он легко спицуется, он там с этой стороны просто взял, продел, вытащил и засунул, да, то есть просто. С этой стороны сложно, они уже упираются в тот ряд спиц. Так вот, если мы эти спицы сначала заспицуем, нам еще будет сложнее, нам они еще мешать будут. Поэтому я советую вот заспицевать сразу проблемные спицы, вот пока спицы ослаблены, пока их немного, вот эти проблемные спицы сначала заспицевать. Помните про момент перехлёста. То есть вот как момент перехлёста выглядит. То есть вот эта спица идет туда, а это вот так вот. И чтобы они друг напротив друга они пересекались. Если что, потом можно переспицевать спицу, но лучше с самого начала все нормально делать. Вот, быстренько проходим эту сторону. Тут через одну, тут через три. Раз, два, три. И на четвертую спицуем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, а мы закончили один проход второй стороны втулки. Теперь мы находим вот эту вторую спицу. Помните, первая и вторая была? Вот мы нашли вторую. И от второй уже начинаем плясать. Помните, да, через одну, ну вы уже в левую сторону, да, через одну по втулке. И через три по ободу. Но не забываем перекрестно устанавливать спицы. При этом внизу через одну, а вверху через три. Раз, два, три. И на четвертую вставляем. Тут, кстати, просто уже мало остается свободных отверстий, так что уже под конец вы наверняка точно не ошибетесь с тем, что поставить неправильно. Да, и под конец, допустим, не совсем просто от руки закручивать спицы, и поэтому я прибегаю к помощи, не знаю, отвертки, специальной отвертки, которую сам сделал. Мне так проще их крутить, но опять же, это если вы более-менее массово делаете колеса, вам она пригодится. Вот такая вот отверточка, не знаю, видно. То есть обычная отверточка, но сточенная так, что у нее... Ну, можно простую отверточку делать, но вот этот бугорочек, он специально входит в центр гайки от спицы и не дает ей в сторону уйти. Кому надо, пожалуйста, лайфхак берите на заметку.
Слушайте, в принципе-то все, колесо заспецовано. То есть можно тут, если рукой не идет, ключиком спицам подкрутить. Но мне просто быстрее моей отверточкой. Вот, все спицы примерно одинаково натянули. Все, вуаля, наше колесо отчасти готово. Что остается сказать? Если это заднее колесо, то учтите момент центровки. То есть, видите, со стороны звезд, ну, колесо, что ли, будет больше вот так вот уходить. То есть, видите, с этой стороны практически ровные спицы, а с той стороны они вот такие вот идут. Но это я так сейчас поставил. На самом деле, это все спицами нужно выровнять. На каких моментах я больше всего хотел бы заострить ваше внимание. Так сказать, подытожим, чего мы сегодня выучили с темы спецовки колеса. То есть, первое, есть определенная очередность спецовки колеса, да, определенная последовательность. Ее нужно придерживаться. Раз. Второй момент – это то, что спицы должны располагаться перекрестно. Это прям обязательно, уделите этому внимание. И третий момент, ну, пожалуй, то, что когда мы вторую часть втулки начинаем заспицовывать, уделите момент вот этому, так сказать, прострелу глазомером. То есть точно не уйдите никуда-то в сторону, точно прострелите, сделайте звив там в одну какую-то сторону и скопируйте спицу, которую вы видите дальше. Вот этому надо уделить момент. Я не знаю, я говорю как есть, вот как я это вижу, насколько я это понимаю. Может, это не совсем правильно, не совсем удобно, но вот как есть, как говорится, что есть, то и продаю. Еще раз, основной посыл был этого видео показать всю именно спецовку колеса. Очередность, правила, какие-то, возможно, тонкие моменты. Ну вот, надеюсь, это вам пригодится и будет вам полезно. Вообще, дальше момент спецовки мной наглядно описан в видео «Как исправить большую восьмерку». Поэтому советую посмотреть его. Это видео состоит из двух частей. Я ссылочку точно оставлю там внизу под видео. Может, даже на видео поставлю. Я не знаю. Там уже, то есть, колесо у нас, оно заспицовано, и все спицы расслаблены. Дальше уже нам нужно просто начать протягивать их, протягивать правильно. Будет вопрос, пишите в комментарии. Вообще, понравилось — лайкайте, не понравилось — не лайкайте. Подписывайтесь, будет больше видео по ремонту велосипедов своими руками. Хорошего вам всего, всего доброго, до свидания.